Всем привет, с вами я, Игорь, и сегодня я покажу, через что я снимаю видео. Во-первых, есть два варианта, ну, которых я знаю. Это Camtasia Studio 7 и Bandicam. Я через него сейчас. Это неудобно, тут такой микрофон. Bandicam, вот он. Это такая... Тут, короче, много всего есть. Видео, изображение, обзор результатов и о программе. Вроде все шанально. Но у него нет одного, то, что есть у Camtasia Studio. Кроме Camtasia Studio. А, кстати, тут к нам пришел мой друг и коллега Томас Андерсон. Познакомься. Привет. И тут, короче, когда мы заходим в Camtasia Studio, нам тут... А, кстати, Томас Андерсон еще... Ну, это его ник, естественно. Он еще снимает несколько клипов. Как он играет на гитаре и все такое. Я буду записывать. Да? Так, тут нам выдается запись экрана, запись речи и запись PowerPoint и импорт файл. Ну... Запись экрана это очень круто, ну и все такое. Что тут лучше, чем в Bandicam? Когда вот нужно что-то обрезать, тут просто берешь, выделяешь и удаляешь. Ну все очень легко. Можно создать, открыть проект, все такое. Тут даже есть дорожки. Крутая программа, советую. Ну и Bandicam тоже, но понимаете, она какая-то не такая. И отдается эхо от этого микрофона. Ладно, всем спасибо, ставьте лайки, удачи, резервуар и пока.